Продолжаем. 13-я серия. Попробовал я сбегать туда, чтобы найти... Ну, чтобы добраться до той статуэтки, но, к сожалению, нет. Через этот проход там уже неактивно так крутил. Ну, в общем, там уже закрыто. Там люк тот закрыт. Пройти через него нельзя. А здесь обратно открыть эти ворота уже нельзя. Так что, к сожалению, профукано. Не знаю, честно говоря, не совсем понятно, как можно было к ней добраться. Но, видимо, там где-то по пути что-то было. Так, попробуем потихонечку сюда, чтобы никого не спугнуть. Если здесь кто-то есть. Так, вижу какие-то ловушки. Как бы самому в них не попасться. Надеюсь, этот грохот никого не привлечет. Так, ну я так понимаю, если я подтяну этот рычаг, то упадет, да? Ловушечка. А если я туда стану, то вроде бы ничего. Теперь осталось только сюда заманить кого-то. Хотя можно попробовать, испытать, как говорится, разок. Чтобы знать наверняка, как она работает. Слушайте, в банках пропускаю иногда призы. Это плохо. Надо внимательнее смотреть. Бумс. А если я на нее стану? Слушайте, если я на нее стану, по-моему, я приеду куда-то. Нет, 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 нет. Черт. Я уже обрадовался, думал, как в Dark Souls, хитрюшечка маленькая. А нифига. Хитрюшечка не удалась. Так, стоп. Опять проглючила, думал, статуэтка. Ладно, я знаю теперь, как она падает. Да, все понятно, примерно, как я и ожидал. Этот таракан, этот подлиза, он живет за мой счет, за счет моей работы. Нужно выяснить, как он добыл шифр от моего сейфа. Однако сейчас на это нет времени. Я уже так близок. Эти данные не должны достаться никому. Они мои. Есть единственный способ. Следующий, кто откроет этот сейф, должен дорого за это заплатить. Да. Конечно. Очень воодушевляющее послание. Ура! Патрончики. Дорогие мои патрончики. Так. Что за звуки? А, ну чудесно. Для чего тогда нужна была эта ловушка? Непонятно. Тихо, чуть было не нарвался. Так, и что тут у нас? Блин, вот эта ловушка уже для меня может оказаться. Так, пожалуй, я лучше все-таки сюда стану и буду, наверное, стрелять. Да. Бум. Видите, как все правильно произошло.
А вот теперь на этой мы куда-то доедем. Да. Давай. Вот дверка. Черт, там вверху еще одна ловушка. Оу! Ах ты урод. Нафиг ты мне тут нужен? Целых 3 винтовочных патрона на тебя. Ах. Контрольная точка. Контрольная почка. Гранаты. Ну, гранаты есть, конечно. Аптечка. Придется ее сразу же использовать. Gotta be a trap. Наверняка это ловушка. Согласен. Так, а что если... выстрелить в него. Ты черт возьми. Бум. Вот так вот. Целых 3 драгоценных патрона. Ладно, в любом случае вот сюда пойду. Рисковать не буду. Еще одна ловушка. Так, запчастей, кстати, уже неплохо собрали. Пора бы сделать... стрелы. Пойдет. Я думаю, на этой штуковине мы тоже ни к чему хорошему не приедем. Так что мы ее в баню. Так, а что у нас здесь за дверка? Закрыто. Как здорово-то. Бросай. Ах, вы уроды. Да блин. Их. Сколько же уходит боеприпасов на вообще на 3 дурацких зомбарей? Ну, может, конечно, я не очень круто, не очень экономно по Call of Duty-вски, но все же.
Я хочу стрелять в них. Мне нравится стрелять в них. А патронов мало. Не, я думаю, я бы не успел открыть в любом случае. Посмотрите, сколько здесь. 5 заходов целых. Так, а ну еще раз. Может быть, туда уже можно войти? О, да, кстати, да. Вот это я хорошо зашел. Ну-ка. Что тут у нас? Было бы клево, если бы это и был тот самый проход в ту самую комнатушечку. Я был бы радостливый. Так, слушайте, какая темень. Ой-ой-ой, похоже. Тихо. А то на радостях сейчас разорвет на запчасти меня. Еще одна. Почему-то с этих ловушек запчастей не получается. Да, мы дошли. Точно, так и есть. Обалденно. А я боялся. Только здесь ловушек хреново туча. Ну и что? Пытаться разминировать? Или как? Да, я рискну. Хоть это, конечно, крайне авантюра такая. Недобрая. Потому что сколько я шел, сколько всего, и сейчас взять здесь и сдохнуть, на мине подорваться, это будет, блин, обидно. Да давай! Ну... Да, вот по вот этим трубам я понял, которые там еще были, я понял, что мы в том месте. Видите, как здорово. Нашлась все-таки комнатушечка. Привет, родимая моя статуэточка и мозги в баночке. Я рад вас видеть, сколько вас тут много. Вы такие классные. Супер. А ведь я мог не пойти в ту дверь еще раз проверять. И ведь кто-то бы не пошел. Так, осторожно, а то сейчас на радостях. Опять. Ну что, рискнуть? Рискнуть нет, но все-таки запчасти. Эх, будет обидно. Ну ладно, мы мужики или как? Есть! Отлично! Ну все, вроде бы теперь смело можно возвращаться назад. Прим-прим-прим-прим-прим-прим-прим-прим. Вот так, в припрыжку. Супер. Я довольный. Моя довольная. Радостливая. Вот теперь идем дальше. Опа, тут лесенка интересная. Вот жалко патрон, конечно, тратить, но вдруг... Так, стоп. Что это было? Это за мной жестко очень так закрыли дверки. Вот что я думаю. Может быть, если я стрельну, то... А! Нифига. Вообще, по всей логике... Должно быть именно так. И это должен был быть такой супер-сюрприз. Секретное место. Ну, нифига не срабатывает, что зря патроны тратить.
стой, не спеши. Для тебя у меня другой сюрприз. Что, ты все равно живой? Чтоб тебя. Так, этого мы затоптали, хорошо, все, вроде бы разобрались. Сжечь нам их нечем, к сожалению, спичек нет. Ну да уже и не нужно. Так, что же с той лестницей? Она такая заманчивая. Ну прямо вообще. Как-то же на нее можно попасть 100%. Только что для этого нужно сделать? Не. Может быть, это потом возвращаться через этот пароход мы будем. Ага, здорово. Вот что можно было, кстати, еще сделать. Опять-таки. Всего лишь добежать сюда и дернуть за рычаг. А, точно, вот. Дошло. Вот теперь нужно вверх прокатиться. 100%. Так, что за... Только не говорите, что... Ну... Давай. Теперь я должен на ней, прямо обязан на ней съездить вверх. Да, я вижу проходик. Отлично. Вот она, для чего эта лесенка там была. Я опять радый. Мы здесь нашли ключик. Мы здесь нашли ключик. Еще один ключик. Потому что вот она, статуйка наша. В этот раз только она большая. И ключик нам дали из шкатулочки. Красивой. Ну, собственно, вот. Теперь эта лестница нам и пригодится. Все просто. Так, ну вот теперь мне немного стрёмно вставлять. Я бы такой пошел бы. Хотя и так контрольная точка, в принципе. Ладно, давайте смело воткнем эту морду на свое место. Еще одна контрольная точка. Ну, что тут сказать? Надо идти, наверное. Надо идти. Или вы имеете в виду, что стоит пойти прокачаться? Да ладно, черт с ним. В этот раз не будем. Так, что этот рычаг делает? Ничего, да? Втрафно. Втрафненько. Ловушек-то сколько. Ну вот он. Нарисовался, дружочек. Это не я, это так задумано. Стрёмный пацан, конечно. Но и в то же время такой клёвый. Аналог пирамид Хеда. Ой-ой-ой, вот это плохо. Отступать-то некуда. Ай-яй-яй. Я понял. Не, разминировать здесь вообще не,
даже не дают возможности. То есть тут просто надо аккуратненько между ними провилять. Честно говоря, статуэтку вот этого парня, который только что появился, я уже хочу. По большому счету, он, конечно, в духе вот этих всех Пирамид Хэд, потом в Резиденте, который был. Из той же оперы, конечно же. Ну давай, давай, давай. Давай, давай. Зараза, да, уж таким образом здесь тоже не проползешь. Так, а как же тут правильно-то угадать? Рассчитывать. Блин, все это придется смотреть теперь 100 раз. Если я, конечно, не постараюсь. Но я и так стараюсь, вы же знаете. Да нет, ну, попадаться и вырываться, мне кажется, тоже не вариант, потому что это долго, по времени много. Жаль, что нельзя на эту залезть и по ним пройтись. Зараза! Обидно! На самый последний практически попался. Ёлки зеленые. Бунди, 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 бунди. Смотри под ноги, там могут быть ловушки. Да. Уж. Могли бы, конечно, не делать, чтобы вот весь этот мультик по 100 раз смотреть. Здесь хитрая, конечно, система. О, здесь много таких бошек. Лесли, Лесли, не бойся. Где Кит? Кит? Кидман? Она тоже здесь? Кит, Кит. Она жива? Она в порядке? Она жива? Жива? Так, отойди, я открою.
Так, ты отойди, да, постой там, а я еще сначала осмотрюсь. Ух ты, сколько их здесь. Круто, блин. Так, вижу баночку. Что, может быть, прямо сейчас попробовать покрутить? А вдруг она за мной закроется? А, они... они не дают. Это для него, короче, чтобы он убежать смог. А как же баночка тогда? Ладно. Давай, Лесли. Баночку мне не подашь, Лесли? Открою, открою. Нет, нет, подожди. Лесли. Ну все, нарвались. Да, стрелять, мне кажется, в него беспонтово. Он меня разок жахнул, и мне уже все. Ай, ты забодал. Так, это еще что за... А, ловушки, да, отлично. Не, ну это, конечно, вообще жесть. Начинается опять вот это. Что мне с ним делать? В него хоть стрелять имеет смысл? Это у него башка такая бронированная. А у меня ничего, никаких патронов. А, ну конечно, еще и отсюда начнут. Не дадут мне даже стрелы сделать. Замечательно. Так, замерли, все замерли. Нет! Где ты, где ты, с какой стороны придешь? Отлично! Слушайте, я его завалил! Ага! Быстро? Значит, он не единственный. Так, что? Тут баночка. Надо же забрать. 1000 всего лишь. 100% он не единственный. Вот прямо... Что мне там показали, кстати? Да. Либо он не один, либо он... Да, да вон тут ящиков этих валяется. Он, наверное, будет сейчас появляться. Куда мне идти? Все. Все, замечательно, еще лучше. А что я, кстати... спешил. А, ну как, чё? Потому что газ идет. Действительно. Блин, а он так не дурно, а двух гранат всего лишь. Другое дело, что если их будет много, а судя по всем этим сейфам, их там будет много. Опять. Опять болты делаем, выбираем. А-а-а! Блин, в этот раз хреново. Так что, может быть, его вообще бить? Или что с ним?
Плохая идея. Да фигня, я, блин, он меня разок ударяет, и я ползаю потом как черепаха. Так, куда они мне показывают? Я не могу понять, сюда, на эту дверь? Может быть, сюда? Нет, нет. Тут все в дыму. Черт возьми. Ага, вот в чем дело. Вон он еще один появляется. Ну я так и знал. Ну что я могу с ним сделать? Кроме как еще раз попытаться. Теперь где искать? А вот так вот. Тоже вариант. Еще нифига не конец. Вот еще один ящик. Сейчас он опять появится. Нифига себе, что это было? Опять. Почему эта тварь не сдохла? Да, мне тоже интересно. Самое главное, что теперь делать? А, опять его убивать просто. А! Тихо. Спокуха. Давай, выходи, уродец. Ух ты, блин! Он даже не... А! Зараза! В этот раз он даже не скривился. Что, сдохнешь ты наконец или нет? Что дальше-то? Газ идет. А я тут, блин, ловушки разбираю. Но ловушки это запчасти, это значит можно пару стрел сделать. Блин, не ту стрелу сделал, дурак. Ну ладно. Куда идти? Что, тот же самый, что ли, вентиль? Нет? А куда же тогда? Стоп, патроны. А, здесь опять открылось. Блин. Как у вас все сложно. Ой, быстрее надо. Добрый парень, услужил. Ничего не скажешь. А видимо это плохая идея, наверное, да? Все, 100%, да. Нельзя было так делать. Черт, надо было его убивать. Ой, блин, как все время все напряженненько. Что теперь, с самого начала? Я не заметил, где был чекпоинт. Да и если он был вообще. Наверное, от самого Лесли. Вполне может быть. Да, да, так и есть. Зараза.
Ух ты, жесткий пацан. Блин, да куда? Так, где этот вентиль? Ой, здесь аптечка, оказывается, валялась, и еще что-то. Так, давай, давай, давай. Где он у нас тут был? Вот он. Может попробовать от этого убежать, нет? Я уже не помню. Выиграл себе пару минут. Это он специально убивает, потому что он как бы телепортируется в ящике. То есть, если он находится там, то он не может здесь появиться. А так он себя убил, и, соответственно... Да блин, куда ты швырнул? Ну что за бред? Дай пройти, урод! Зараза. Он меня не выпустит, у меня сейчас... Ох. Блин, ну с первой гранатой, ну какой вообще... Несправедливый прикол. Ты еще и завалил меня, блин! Я же там... Видно было по полоске, что я навел на него. А она улетела вообще черт знает куда. Мрак. Мракобесье. 2 минуты осталось у нас, чтобы его завалить. Лезли! Лезли! Интересно, а если этого не валить, нет, не получится, за ним дверь закрыта. Она просто-напросто... Да убегай! Он все время убежит, его направляя в одну сторону, он бежит в другую сторону. Ну что за... Так, ладно, все, собрались. Сейчас пару затяжек. Пытаемся сразу его завалить, сначала отбежать в сторонку. Ага, здорово, я, по-моему, вообще не зацепил его. Да куда? Не, ну тут, конечно, я сам виноват. Сдох наконец-то. Правда, я 3 гранаты на него потратил, а это плохо. Понятно. Берем баночку. Так, сюда я зря побежал.
тоже зря сделал. Пусть граната остается у меня. Хотя бы с этим не прошляпится. Теперь, черт возьми, куда там было дальше, я забыл. Стоп, 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 стоп. Патроны. Сломать вентиль. Что я не туда бегу? А, вот потом, наверное, сюда за этим вентилем надо будет прибежать, чтобы типа починить. Я так думаю. Да, 100%. Блин, ну зачем я поспешил? Ну зачем? Ну все же уже четко, уже все понятно. Нет, прямо думаю, надо бы быстрее его убить. Взял у него два раза стрельнул, сам сдох. Ну блин, ну глупо, глупо же. Тупо и вообще некрасиво. Ладно, все, сейчас я попробую все сделать по красоте. Две гранаты на этого, две гранаты на того и потом... Схема-то ясна, осталось только не сложать, сделать все четко и красиво. Блин, что промахнулся? Давай. Так, еще я сейчас быстро аптечку спрямцую. На всякий случай, если он меня ранит. Чтобы я не ползал потом, как черепаха. Этого парня мы не трогаем. Его мы просто убегаем. Быстрее свою башку. Время идет. Слушайте, я вообще не представляю, что здесь творится на хардах. Честно сказать, я даже не понимаю, как там можно.
хотя тут примерно та же суть, как и в Dark Souls. Нужно просто понять, какую систему применять, как действовать. И тогда, в принципе, уже все становится не так стрёмно. Так, а что случилось? Почему не показали мне? А. Не понял. Так, с какой я стороны? С этой прибежал, да? Давай, заряжай быстрее. Отлично. Что тут, ловушки остались? Или они испарились? Так, бежим. Быстрее. Блин, он сейчас еще один появится. А, я понял. Я понял. Просто так не дадут. Где этот стол дурацкий? Черт возьми. Я его просрал. Так его не обязательно теперь убивать. Главное, чтобы не попадаться. Так, стол, стол, стол. Вот здесь. Хватай. Большой вентиль, с помощью которого регулирует объем жидкости или газа. И теперь быстрее сюда. Давай, давай, где она? Вставляй. Нет, нет, отойди, отойди. Черт возьми. Так, у меня есть еще один выстрел. А я не туда пошел. Да блин, выходи, выбегай, ну. Да что ты, ё-моё, ну выходи. Жму со всей дури, он все равно. Взорвись, взорвись, взорвись! Все, быстрее, крути, крути, крути. Давай, давай, давай. Давай. Сейчас еще один появится. Прекрасно понимаю, что это еще не конец, что он будет появляться еще много раз. 100%. Вот. Пожалуйста. Получай. Вау. Finally. Наконец-то. Что в черном ящике? Слушайте, неужели мы его завалили? Я думал, он всю игру теперь за нами будет гоняться. Ну, периодически. Вау, это было круто. Это было напряженно очень. Так, ладно. Контрольная точка. Ух. Мне уже любой коробочек, похожий на этот сейф, пугает. Так, ладно. Так, ну серию надо заканчивать. Единственное, что я бы хотел ее закончить
сохранившись, как полагается. Здесь была только что контрольная точка, но... Может быть, неподалеку есть нормальный сейф. Или вообще новая глава. Что-то не похоже. Лестница. Так, да, отлично. Все-таки то, чего я ждал. Новая глава. Ну что же, эпизод 7 пройден. Длинная получилась серия. Ставьте обязательно лайки за такое мучение. Всем пока, до следующей серии.